Всем привет, мои дорогие друзья! Проходите, присоединяйтесь. Чаечек, кофеечек, либо просто вы там что-то делаете, как я это обычно делаю. Смотрю я, да, я смотрю YouTube, смотрю Яндекс.Дзен и люблю смотреть всякие болталки, распаковки, обзоры. Друзья, сегодня я вам покажу свои пустые банки, расскажу вам, что у меня закончилось. Вы уже смотрели как-то там, у меня первая часть, наверное, выходила. Сейчас, возможно, это будет в формате вторая часть, но, в общем, неважно. Пустые баночки, всяко разное. И уход, и косметика, и все-все-все. Друзья, я не буду томить вас и сразу приступлю, потому что прошлый ролик у меня затянулся почти там на полчаса. Я убиралась в прихожей, и у меня стояло два лака для волос. Один из них закончился. Друзья, я практически не пользуюсь, но он как-то у меня подошел к концу. Лак для волос от Faberlic, по-моему, это еще и старая линейка их эксперт. Мне кажется, сейчас они обновились. Я давно уже не покупала, но иногда лак нужен. Лак хороший. Ничего плохого сказать не могу для домашнего использования. Редко-редко, но так, что вот сейчас для меня никакого лака, ничего нет абсолютно. Но иногда такие штуки нужны. Поэтому сын написал, извиняюсь, отвлеклась. Поэтому, друзья, хороший лак. Есть у меня в запасике, удобно заказывать по вот, интернету. Так, дальше. Обалденнейший, классный был у меня гель для душа, арбуз и дыня. Да, watermelon и melon. Это Faberlic, это такой йогуртная такая основа, классный запах, цена у него рублей 180 без скидки, там по каталогу, по-моему, идет, очень классный гель, не сушит кожу, ничего, мне нравится у них, вот как это все это оформлено, хорошая линеечка, я люблю также, у них еще есть бюджетная линейка с земляникой и с липовым цветом, по-моему, я вам уже об этом говорила, классные такие вот гелики, а душка мне очень понравилась, периодически беру гели. Так, ребята, что закончилось еще? Закончился вот такой у меня гель для интимной гигиены Cherry Blossom. Это линейка Store d'Amour, также от компании Faberlic. Все в нем хорошо, но здесь очень яркая отдушка, она меня иногда напрягала. Она не пахнет здесь цветком вишни, она прям пахнет здесь миндальной, вишневой такой отдушкой, прям парфюмированной. Я использовала его как гель для душа. Вот. Повторять не буду, там есть более для меня корректные, такие приятные, как сказать, отдушки. Эта отдушка, она очень яркая. Но если вы такое любите, то пишите в комментариях, делитесь своими отзывами. Так, ребята, что у меня закончилось еще? Безумно крутое мыло от Synergetic. Натуральное мыло с морской солью и водорослями. Я даже им умывала лицо. Я вам говорила, что я иногда умываю лицо мылом, мне это нравится, классно, прям кожа от него такая чистая и даже не пересушенная, не знаю, как это объяснить, я обычно как-то избегаю мыла, ну, прям классно, мне прям понравилось, цена там в нем была рублей 90, что ли, я уже не помню, так приблизительно, без СЛС, вот этой всей, без фосфатов, без диоксида титана. Классическое мыло 990 грамм и произведено оно в России, Воронежская область. Друзья, классное мыло, я хочу что-нибудь там еще поискать и заказать себе еще какое-нибудь мыло. Я думаю, что наверняка вы все пользуетесь мылом в том или ином случае, для рук, для тела, для лица, по-разному. Так, это у нас уход за лицом. Друзья, закончился у меня вот такой тоник, тоник вербена. Это у нас обновленная была линейка, и вы знаете, этот тоник мне слегка пересушивал мою кожу. Я вот больше все-таки склоняюсь, если взять Faberlic, я люблю там гранат. Гранат и с васильком, что ли, линейка тоже бюджетная. Все в нем хорошо, ну немножечко, вот как будто кожа, вот хочется немножечко чего-то еще. Еще мне очень нравится Faberlic с гиалуроновой кислотой, у них линейка есть, гиалуронка с калием и гиалуроновой кислотой. Очень крутой там тоник. Этот тоник мне понравился меньше, но тоже он неплох для всех типов кожи. Так, ребят, что еще закончилось? Вот такой шампунь. Шампунь доктор Пьер Рико, когда было закрытие компании, а между прочим, сейчас на сайте Евроше я видела, что там можно купить доктор Пьер Рико. Там единственное, цены не очень привлекательные, но все-таки можно. Можно купить, если вы прям фанат. Неплохой шампунь, но если я им часто пользовалась без смены, а я обычно шампунь не меняю, у меня стоит шампунь 3 или 4. Есть фиолетовый. Есть какой-нибудь от жирных волос. То есть я шампунь не меняю, мне так нравится, потому что к одному шампуню лично мои волосы привыкают. И если я не меняла шампунь, мне немножко чесалась голова от него. Есть у меня к нему вопросы, потому что шампунь не бюджетный, стоит он рублей,
500 или 600, но я тогда, наверное, брала два по цене одного, что-то такое. Я сейчас, друзья мои, не вспомню. По-моему, он был, наверное, 790, и два можно было взять. То есть где-то 350 рублей выходил один шампунь. Он, по-моему, идет у нас с экстрактом винограда. Написано, что защищает от UV-лучей. Шампунь классный, но за полную цену я бы его себе не стала покупать. Ну вот два по цене одной, в принципе, приемлемо. У меня еще, кстати, по-моему, в запасике такой один лежит. Так, ребята, паста зубная. Это бюджетная паста, которую я покупала в магазине. Называется Победа. Там, знаете, типа как вот Светофор бывают. Классная паста, ничего не могу сказать плохого. Она стоила рублей 40. Здесь очень большой объем. 125 грамм плюс 20 грамм бесплатно. А на каждый день, если вы экономите, в принципе, она неплохая, для всей семьи подходит. И вот я, если увижу, еще повторю, в принципе, паста... Да, она не супер какая-то крутая, она там не отбеливающая, но если мы возьмем соизмерение цена-качество, она классная. То есть это нормальная такая бюджетная паста на каждый день для очищения просто полости рта, без особых каких-то вау-эффектов, ну и цена соответствующая. Так, здесь у меня, я вижу, какой-то пакетик. Это у меня вот такой закончился порошок. Друзья, я уже забыла. Ну, раз я забыла, значит, он не произвел на меня какого-то впечатления. Нормальный был порошок. Это для цветного белья. 2 килограмма равно 15 стирок автомат. Это самый обычный бюджетнейший порошок. Я беру такие, в общем-то, цветные вещи использую. Нормально, буду повторять, если увижу. По-моему, я его покупала на сайте Ритуаль, добивала какую-то сумму, чтобы мне минималку набрать. Мастер Фреш, так, вот такой порошочек, пусть он здесь стоит. Вы, кстати, меня просили пустые банки складывать на стол. Друзья, я к вам по возможности прислушиваюсь, поэтому обратная связь, я всегда с вами на связи, я стараюсь вам отвечать. У супруга закончился вот такой гель, это Avon, гель для душа, 2 в 1, морская свежесть и мята. Друзья, ну что скажу, гель для душа 2 в 1, то есть подразумевает в себе и шампунь, и средства для тела. Если у мужчины не принципиально какая-то кожа головы, то да, можно им использовать как бы нормально. Но у моего мужа была перхоть, поэтому он не, ну, он использовал на голову, но говорил, что она у него потом чешется. Поэтому все-таки я ему потом отдельно уже шампунь поставила, потому что мужчина неприхотливый такой человек, ну, по крайней мере, мой. Поэтому я все-таки ему купила и шампунь, и гель для душа. Хотя подразумевается, как для всего тела, для всего, сразу все в одной банке. Друзья, да, это у нас с вами для каждого пальчика, для каждой реснички должна быть своя баночка. Мужчины к этому, ну, не все, конечно, но в основном, вот, ну, по крайней мере, вот у меня так. Так, ребята, закончился у меня вот такой гель для душа. Я им использовала набор каких-то непонятных слов, друзья мои. Я его использовала летом. У меня пустые баночки с лета. Это июль, август, сейчас уже сентябрь. Вот все накопилось, показываю. Поэтому могут быть и гели для душа, встречаться не один. Гранат и коллаген. Это мне с работы дарили коллеги набор. У меня, по-моему, такой стоит еще хлопок и что-то там еще. Было 2 геля. Аромат приятный. Очень приятный такой, прям классный, хорошо пенится. Друзья, классный гель для душа. Ничего плохого сказать не могу. Получала в подарок и осталась им очень даже довольна. Еще один гель для душа. И это Faberlic, ребята. Это Faberlic ледяная вишня. Я вам показывала, что у меня был вишневый бзик, он еще не прошел. И вообще, в принципе, теперь я полюбила вишневые какие-то отдушки. И вообще теперь это очень даже здорово. Я разнообразила свои парфюмерные горизонты. Не только в ароматах, но и в средствах по уходу за кожей. Классный гель, хотя здесь нарисован снеговик. Но это классная, очень яркая вишневая отдушка. По-моему, у меня такой еще задубленный гелик. Я их брала на распродаже. Faberlic там есть, когда листаешь распродажа. Но сейчас сайт обновился, мне немножечко неудобно листать. Но, по-моему, распродажа это есть. Там по срокам годности или что-то такое. Есть остатки сладкие. Если вы понимаете, о чем я говорю. Если вы там зарегистрированы, да. Классный гель. Задублила себе его. Очень крутая отдушка. Четкая вообще. Мне вообще нравится. Так, вот такая зубная паста. У меня такое ощущение, что там что-то еще осталось. Мы увидели с мужем в гостях, мы были у его брата когда-то, нам понравилась с дозатором паста, это было очень удобно. И я увидела пасту, где я ее купила, друзья, я не помню, где я ее покупала, биостоматолог,
умная зубная паста 3D отбеливания. Нам она понравилась. Действительно удобно. Нажимаешь и чистишь зубы. Не надо ничего давить, никакие тюбики. Есть один подвох. Вот в этой вот штучке паста, естественно, немножко засыхает. И если вы с утра первой встаете чистить зубы, нажимаете, и там вот эта пупырка такая твердая. Лично мне это прям раздражает, друзья. Пишите, как у вас. За такой маленький моментик, если ты после кого-то уже, там, после мужа, после дочки, да, они первые попали на эту штуку, и им не повезло. Но для меня это такой вот был моментик. Но это не критично, ребят. Паста на самом деле неплохая. Я такие пасты видела и на маркетплейсах. И вот я не помню только, где я ее покупала. То ли на Wildberries, то ли в Магнит Косметик. Не помню, но я видела ее и там точно. Так, ребята, вот такая классная штука. Похожа на батончик, но это было мыло от Faberlic. Там два такие маленькие мыла. У них есть несколько разных отдушек. Неплохое мыло, до сих пор еще лежит у меня в ванне, почти уже закончилось. Два аромата. Черника и, по-моему, черная смородина или черника, что-то такое. Единственное, немножечко они у меня так вот порастопырились, эти мылки, но по запаху и, в принципе, мыло и мыло, нормальное мыло, я думаю, что я бы повторила какой-нибудь еще из отдушек. И подарок классно так вот в ручке кому-то подарить. Ой, ребят, сколько всего. У меня закончился аромат. Да, это аромат зеленый чай от Yves Rocher, Zevert. Представляете, полная сотка у меня подошла к концу. Ну, немножко осталось. Это чисто такой... Все. Вот еще последние вздохи. Это такой аромат классического зеленого чая, очень свежий, прозеленый, такой свежий, терпкий лист чая. Ой, мне он нравится, с какими-то даже ментолово-лимоновыми такими оттенками. Мне очень нравится этот аромат, именно использовать дома, он меня бодрит, я под него просыпаюсь. У меня открытый сейчас такой второй флакон, также я использую Verte Envoli от Yves Rocher для этих же целей. И еще я открыла аромат вербена. Я вот люблю с утра, когда я занимаюсь, либо... Ну, это такой... Для меня лично это домашний аромат поливашка. Он не стойкий, но я запаслась ими. У меня, по-моему, 3 таких зеленых чая стоит в запасе. И вербена классная, друзья. Это просто вот... Я это люблю. Рада, что у меня есть запасики. Ну, бутылечек такой вот простой. Я его положу в баночку с пустыми флаконами, потому что я, скорее всего, буду снимать пустые флаконы, которые у меня закончились за год, а их будет очень-очень мало. Так, ребят, поехали дальше. Поехали дальше. Восстанавливающий крем для потрескавшейся кожи стоп за 3 дня. Этот крем вообще меня удивил. Это крем Avon. Мне он приходил, друзья, набор с последней страницы, там что-то было, купи на 1000, и набор там, что-то там в наборе было. Ну, крем и крем, думаю. На самом деле, этот крем содержит в себе, по-моему, ахокислоты. Мы сейчас с вами посмотрим точно. Там содержится какая-то... А, друзья, там содержится не ахокислоты, там содержится мочевина. Он очень легкий, он пахнет очень нейтрально. И казалось мне, что этот крем какая-то такая простая увлажнялка, и все. Но, ребят, он действительно классно размягчает какие-то вот роговевшие, ну, клеточки кожи на ногах. И вот пяточка становится мягкой-мягкой. И если использовать его каждый день, оно как будто бы прям какой-то эффект... Собака бегает на улице. Она какой-то эффект даже какой-то полировки создает. Мне очень понравился. И по акции, возможно, повторю, неплохой крем. Написано всего лишь за 3 дня. Да, восстанавливающий крем. Классный, интересный такой состав. И раньше я как-то не покупала, проходила мимо, и вот у меня попался так случайно. Так, вот такой кремик у меня закончился, доктор Пьер Рико. Этот крем у меня есть еще в запасе. Мне кажется, у меня их еще, наверное, 4 штуки. Он очень небюджетный. Он стоил 400 рублей. Я покупала эти крема, когда было последние заказы, я себе делала доктор Пьер Рико. И чтобы набрать минимальную сумму для заказа, вот эти кремики брала, думаю, в подарки пойдут. Аромат с цитрусами и с ванилью. Он парфюмерный. Я бы даже себе, возможно, хотела такую парфюмерную воду. Ну, называется ванила гурманде. Да, вот так, крем Мэдс. Буду использовать зимой, потому что у меня, по-моему, 4 или 5 штучек есть в запасе. Ну и, конечно же, в подарочек сестренке, наверное, доченьке своей кину, подарю. Малютка такая, 30-ка. Ну, это такой прямо лакшери крем для меня. Ну, я, конечно, понимаю, что бывают крема и подороже, но все-таки 30-ка за 400 рублей, это, ну, не бюджетно, да, друзья? Это, по-моему, вообще мега не бюджетно.
Так, друзья, у меня еще один аромат закончился. Это Фаберлик Карибика. Это снятость, и у меня его было очень мало. Я его также доиспользовала дома. Этот аромат пах, знаете, такое фруттиссимо. Море фруктов, такой детский, девчачий аромат. Ничего в нем такого серьезного, уникального нет. Я его доиспользовала. Он у меня стоял давно у дочки, там где-то у нее в комнате. И я так вот добила его. Там, по-моему, еще выходили морской и, по-моему, цитроновый был. Цитроника и, наверное, океаника. Что-то такое было. Друзья, кто Фаберлик давно, вот напишите, что вы думаете об этом. Положу в пустые баночки с ароматами и в конце года покажу вам. Так, что еще закончилось? Еще я летом доиспользовала Gravity Free. Не помню, в общем, Color Trend, вот такая тушь. Я вам показывала, что я люблю, рассказывала туши с вот такой щеточкой, чтобы она была гибкая, силиконовая, с маленькими вот такими вот зубчиками. Не помню, есть ли у меня в запасе, но эту тушь я вам показывала уже не раз. Мне она нравится, она мега бюджетная, там 300-350 рублей. Мне кажется, это вполне себе достойная цена для такой туши. Она еще идет и водостойкая. Кто-то мне говорил, что на них она не водостойкая, но для меня она водостойкая. Я даже горячей водой смываю, потом еще и мицелляркой домываю. Поэтому я еще в будущем, ну, планирую такую тушь покупать точно. Так, друзья мои, сейчас покажу, что у меня закончилось по уходу за лицом. Масочка доктор Пьеррика, и эта маска у меня была, вот эта банка была бракованная, тут не промаркировано название. Маски, кстати, не бюджетные, она мне, по-моему, приходила как подарок за заказ. Сияние, гладкость, экспресс, результат, маска Glow. Но я почему-то от нее не впечатлилась. Тут очень красивый такой аромат цитрусов, и как будто бы это какой-то цитрусовый сорбет. Она хорошо, в принципе, наносится, но, может быть, уже нужна для кожи до 30, а не тому, кому уже под 40, извините, да. Я не увидела какого-то мега-пупер эффекта, но так как она приходила мне в подарок, по-моему, у меня таких еще, наверное, одна или две маски есть точно. Мне нравится из этой линейки сыворотка и крем. Действительно, там классный глоу-эффект. А вот эта маска, ну, я почему-то забраковала ее. Друзья, не ругайтесь, не кидайте тапками, я просто говорю свое мнение. Хорошая маска, но для меня не было вау-эффекта. Дальше покажу вам вот этот крем. Крем Filler Vegetal. Обновленная линейка с ледниковой водой и в Роше. Раньше эта линейка была с красной такой крышкой. По-моему, 30 или 35 плюс она у них маркировалась для упругости и плотности. Я сначала заказывала себе крем Сияние. Мне он очень понравился. Легкий-легкий, такой водянистый, прям классно действительно наполнял кожу. И позже я заказала вот этот крем Filler Vegetal. Все в этом креме мне нравится, кроме того, что если использовать сверху тональный крем либо пудру, он скатывается. Да, это его минус. Но так как я, в принципе, на каждодневной основе не пользуюсь тональным кремом и пудрой, я, ну, практически вообще не пользуюсь, редко-редко могу где-то какой-то прыщик подмазать, может быть, где-то для видео так чуть-чуть, там, какую-то красноту убрать. Но каждый день я не пользуюсь тональными кремами, не наношу плотно уж тем более. Поэтому мне этот крем, в принципе, понравился. Здесь большой объем, 75 мл. Я его использовала и на шее. Ну, кстати, он, по-моему, заявлен как для шеи, да, для лица, шеи и декольте. То есть я слежу за своим телом, наношу сюда все всегда. Вот прям я люблю на ночь. Особенно у меня всегда интенсивный уход, друзья. Как вы вообще относитесь к этому? Вы используете ли вы крема на день и ночь? Я обожаю пользоваться кремами. Естественно, сначала очищение, тонизация, и потом уже сыворотка, крем. Я вот все это люблю, использую. В принципе, на лет 20 я активно использую, ну, такой, в принципе, уход. Подбираю себе, чтобы мне нравился, и периодически меняю, обновляю. И люблю сетевые какие-то. Я, в принципе, сильно дорогие крема не использую. У меня сейчас есть там от корейского бренда крем. Недорогой, кстати, G-God с рандеву я себе покупала. Также вот и в Роше, это Avon. Я подбираю, мне с Avon тоже не все нравится. Вот Oriflame давно не покупала. В Oriflame очень крутой эффект, который... Линейка у них New Age, но она очень небюджетная сейчас стала. Цена там прямо ого-го, но качество мне очень нравится. В свое время я пользовалась линейкой той, но сейчас они такие дорогие стали. А доктор Пьеррика очень мне тоже нравится. Не все, но вот подбираю, пользуюсь. Кстати, напишите, было бы вам интересно посмотреть мой уход. Я, в принципе, снимаю свой уход, там осень, зима. Если вам интересно... Сниму. Ну, в принципе, я, если мне совсем нечего будет снимать, я по-любому сниму. Так, ребят, дальше что я вам покажу. У меня тут остались маски. Вы видели маски, я с рандеву покупала.
покупаю с моим промокодом. Вообще классно выходит, там я себе использую его. У меня там скидка есть. Если что, вы тоже можете ей пользоваться, если вам интересно. И маски там покупаю. 28-35 рублей вот такие. Там есть, конечно, не подороже, но это корейские маски, мне они нравятся. Увлажняющие, с коэнзимом, питательные, есть с углем для жирной кожи. Маски вне времени, то есть можно пользоваться и в 16 лет, и в 20, и в 30, и в 50, и в 60, и в 70. То есть, друзья, как вам угодно. Я масками всегда пользуюсь, мне нравится. И вообще, мне нравится сама вот эта эстетика. Ты наложил маску, такой весь сел, прям супер. Так, осталось много пробников. Я очень активно использовала Inyou Энергия Протинола крем для век. У меня было много пробников. Очень крутой крем, очень крутой. Если перевести все вот эти крема, я, наверное, уже использовала полноразмерный тюбик. Вот точно. Здесь в одной пачке 2 мл, но я больше 10 точно использовала. Но полноразмерный флакон еще не покупала, потому что у меня много-много пробников, у меня они еще есть. Сыворотка мне нравится. Кстати, вот сыворотка, кстати, мне нравится больше, чем, например, с гиалуроновой кислотой. Но новую я еще не использовала, какая у них вышла. Старая версия 1,5% гиалуроновой кислоты мне меньше нравилась. Сейчас у них вышла сыворотка 3,5% гиалуроновой кислоты концентрация. У меня есть пробничек, попробую. Сейчас там еще вышла у них сыворотка с лифтинг-эффектом, новую не пробовала, старая была в ампулах, такая небюджетная, а вот эта с протинолом, она очень классная. У меня сейчас есть миниатюра 10 мл, и я использую, в общем, пробники крема для век, плюс я использую вот эту сыворотку, и мне нравится. Вот честно сказать, для век он такой плотный, он розово-перламутрового цвета, заполняет морщинки, как такой некий филлер. И очень хороший эффект, такой ухоженной кожи, действительно классный. Ничего не скажу плохого. И вот такой еще у меня есть пробничек. Это крем со слизью улитки. Мне рандеву присылали за заказ. Они всегда кладут обычно за заказ два пробничка. Какой-то уход и аромат, либо масочку, либо два там средства. И это очень приятно. Я такой люблю экспериментировать, попробовала, вдруг что-нибудь понравится, и тогда себе закажу. Ребят, я сегодня огромные такие ролики сняла, я так рада, что я наконец-то сняла пустые баночки. Я вас благодарю за просмотр. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, если вам что-то интересно узнать поточнее, пишите мне в комментариях, мы всегда с вами можем лично пообщаться. Также, может быть, написать мне в телеграм-канал, и там мы с вами уже можем что-то обсудить еще более подробно. Я вас всех благодарю за просмотр и желаю вам хорошего настроения. Всем пока!